С рабочим визитом Западно-Казахстанскую область посетил вице-премьер Канат Бозумбаев. Он проверил темпы и качество строительства жилья для пострадавших от паводков. Когда планируется завершить строительство, узнавали наши корреспонденты. В поселке Деркул, расположенном в пригороде Уральска, ведется строительство 103 типовых домов для пострадавших от паводка. Работы планируется завершить за 2 месяца. Как сообщил руководитель областного управления строительства Алибек Антазиев, в городе ведется строительство 374 жилых домов, которым занимаются 32 подрядные организации. Строительство ведется у нас в трех микрорайонах, в трех ПДП. Это первый ПДП Деркул, в первую очередь, микрорайон Жолдоз и микрорайон Зачаганск. На сегодняшний день у нас определенный источник финансирования. Это ERG. Общая стоимость составляет порядка 9,2 миллиарда тенге. Стоимость одного дома составляет 25 миллионов. Вице-премьер сообщил, что для ускорения восстановления жилфонда в область прибыли специалисты ГАСКО и оценочных компаний из других регионов страны. Кроме того, из южных областей будут переброшены рабочая сила и техника, необходимые для оперативного выполнения строительных задач. По его словам, в области имеется достаточное количество строительных материалов, что позволяет вести работы без перебоев. План такой, что построим до конца августа. Ну, 1 сентября предлагают ключи вручить. Я думаю, что надо вручить там 25 августа, чтобы люди успели переехать, в школу дети пошли. В рамках своего визита вице-премьер подчеркнул важность своевременного завершения строительства и обеспечения пострадавшим качественным жильем. Он также отметил, что правительство делает все возможное для того, чтобы ускорить восстановительные работы и предоставить людям комфортные условия для жизни. Альбина Жикенова, Айбулат Джахапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.